Приветствую всех на канале VGames, и сегодня мы играем в игру «Клинок рассекающего демона». У нас вышло первое дополнение, один из семи персонажей — это Изуи Тенген. Сейчас мы за него сыграем и посмотрим, как он сделан. Что ж, ребята, поддержите меня лайком, ну а мы начинаем. Давайте я начну сначала с нормала, потому что я давно не играл в эту игру, особенно после шторма, ничего не понятно. Ничего не могу вспомнить, как управлять здесь. Так, смотрите. Вот. Тенген Изуи. Вот так он выглядел у нас в меню выбора. И давайте, знаете, кого мы возьмем? Возьмем, наверное, Танжера. В напарнике. Это будет классический. Я так вижу, тут поменялась еще страница. Страница персонажа поменялась, поэтому немножко сложно выбрать. И давайте против нас поставим, наверное, какого-нибудь демона, что ли. Аказу поставим. И смотрите, у нас появилась новая арена из второго сезона. Что ж, ребята, поддержите лайком. Ну, а мы начинаем. Сейчас осмотрим основные приемы. Если, конечно, меня не убьют. Подожди, Аказа. Я драться не умею. Танжера, давай, немножко вылезешь. Нижняя комбо. И это вот это получается прямое комбо. Давайте попробуем сделать верхнее комбо. Так, окей. Бегает он быстро. Глупец. Неужели ты думал, что ты сможешь победить меня? Так, окей, хорошо, мы сыграли один разочек. Давайте повторим еще раз. У нас же есть еще приемы. Посмотрим полностью, на что способен наш персонаж. Может, я какие-то не увижу приемы, упущу, потом пишите в комментариях. Так, прием. Так, у нас же есть еще захват. Как-то так, Аказа. Ты получил захватом. Сейчас давайте попробуем еще разочек. И на этот раз мы сделаем пробуждение. Ага, вот прием был, получается. Ну и все у него со взрывами связано. Он же у нас яркий персонаж. Пиши в комментариях, любишь ли ты Тенгена Изуи. Не, знаете, типа как-то не получится нам забуститься. Я смотрю, у него очень мало хп остается. Ты чё, демон? Ты что, дурачок? Похоже, он хочет, чтобы мы сделали ему супер прием. Так и сделаем. Дыхание. Какое-то. Я бог фестиваля. Он же любит яркое, все яркое, чтобы все было ярко. Так, давайте, наверное, перейдем в режим тренировки, и там посмотрим его полностью усиление. Либо нужно просто поставить нам больше здоровья. Итак, мы выбираем режим тренировки. Опять же, хотя нет, давайте, может, уже Хашера какого-нибудь поставим с нами. Допустим, Гиоту Миока. И опять же будем наказывать, мучить бедного Аказу. Переходим
последнюю арену новую. Так, ну смотрите, у нас есть буст. Сейчас мы повыдубасим его немножко. Ага. Вот оно какие. Финиш-кат. Финальный разрез. Не знаю. Финальный кадр. Ах ты. Итак, буст. Вот так вот, значит. Угу, я смотрю, у него немножко поменялись комбо. В отличие от остальных персонажей. Пробуждение. Сейчас попробуем еще немножко, а потом сделаем настоящее пробуждение. Спецприемы у нас не изменились. И давайте полностью сделаем пробуждение. Красота. Красивая сцена. И закончим приемом. Очень яркий спецприем. Итак, ребята, мы поиграли с вами за Узуя Тенгена. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам этот персонаж. По мне, он очень шустрый. Жду не дождусь следующих персонажей, впереди у нас еще целых 6 персонажей. 3 из них демоны, ну конечно же, один из них должна быть Незука. Да, это будет точно Незука. Наверное, она будет особо яростная, потому что показана иконочка, что этот персонаж будет драться одинокий, в одиночку. Если здесь обычная Незука у нас может быть союзником, то здесь же у нас одиночный персонаж. Что ж, ребята, поддержите лайками, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Всем пока.